Прохор Шаляпин в Инстаграм выразил благодарность правозащитнице Екатерине Гордон, которая будет представлять в суде его мать, обвиненную в получении взяток. С красавицей, умницей, правозащитником Катей Гордон в ее новом просторном офисе обсудили вопиющий беспредел, который развернулся вокруг моей мамы в Волгограде. «Будем бороться вместе с Гордон за справедливость», рассказал Прохор Шаляпин.